Здравствуйте, уважаемые друзья, подписчики моего канала. Ну, осталось 3 дня до запрета. Вот сегодня решил обнырять пару озер, прудов. Прозрак, конечно, вообще не радует. Где-то полметра, где-то метр, но... Сами понимаете, осталось 3 дня, охота понырять. Надеемся, сегодня что-нибудь возьмем. Ну вот, друзья, сами видите, прозрак. Глубина полметра. Здесь вообще смысла нету заныривать даже. Сейчас поедем еще на второе озеро. Посмотрим. Как говорится, кто ищет, тот найдет. Прозрак, конечно, ужасный просто. Не знаю, полметра, может, 0,7. В первом озере не было вообще прозрака. Но, сами понимаете, осталось мало времени. Пару дней, охота что-то взять. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем хорошей охоты, друзья!